Юрий Павлович, 3-3, это хорошо, что столько забили, или плохо, что столько пропустили? Хорошо, что столько забили, и плохо то, что пропустили. Наверное, еще не хватает такой дисциплины, а, наверное, суперответственности в определенных моментах, которые возникают в обороне. Если в атаке все очень и очень неплохо, то в обороне еще предстоит работы достаточно много. Именно не игрокам, четырем защитникам, а всей команде в обороне. Поэтому мы пропустили 3 гола. Ну, очень важно то, что хороший матч, хорошие выдержали, функциональное состояние было неплохое, выдержали эту нагрузку игровую. Сегодня сыграли практически отдельные игроки по 90 минут. И очень положительные, много ситуаций было в игре. Тем более, что соперник уровня плей-офф Лиги Европы. Ну, неважно, наверное, на них ориентироваться не надо, но у них достаточно хорошая команда, и ряд игроков имеет такую скорость, которую и у нас нет, у наших нападающих. А в атаке все неплохо. Надо наладить за этот отрезок игру в обороне всей команды. Немногочисленные болельщики даже аплодировали очень часто, когда особенно мирончуки творили настоящее искусство на чужой половине поля. Ну, не только мирончуки. Почему все игроки, которые играли в атаке, они играли очень хорошо. Что скажете футболистам, все-таки последний день сбора? Ну, во-первых, мы им сказали спасибо. Сегодня все-таки 16-й день, и не было ни одного выходного, шла работа. Они выдержали. И обычно последние матчи бывают очень и очень такие нескладные. То этот матч, он был неплохой.